Третья часть. Мы все еще на полигоне, но наконец-то уже достигли нашей цели. Это пушки. Сейчас я нахожусь в башне одной из таких пушек. Вот там вот аппаратура, которая всей этой башней управляет. Вот еще одна такая башенка. И отсюда, видимо, шел огонь такой. И кому-то было от этого не очень приятно. Ух, ёшкин кот. Сколько здесь гильз. И там тоже. Как дрова лежат. Крутота. Правда, все зачехлено. И могу сказать еще кое-что. Мы шли не сюда. То есть это только, грубо говоря, предбанник. Самое интересное нас ждет впереди. Так что не будем особо раньше времени расстраиваться. А пойдем к цели. Жесть, просто река из гильз. Целая река гильз. Когда здесь стреляли, видимо, было очень громко и весело. Я залез вовнутрь. Отсюда шло управление огнем, наверное, или башней. А вот окуляры. Борт левый, правый и так далее. Всякие рычажки. Кнопки. Ну-ка, надо что-нибудь понажимать. Ну-ка. Блин, а как вращать весь этот агрегат? Скорость наведения. Как в космической станции. Таким воздухом типа управляешь. А вообще тут как бы должны сидеть два человека. И здесь довольно-таки тесно и неудобно. А плюс есть еще какая бомбежка. Тут вообще вот так вот все трясет. И от этого вообще не радостно. В общем, тут я вроде все показал. Пойдем дальше осматривать пушки. Итак, спустя где-то полчаса хождений по лесу, мы нашли неизвестно что, и это очень интересно выглядит. Пойдем глянем. Здесь у нас ящик со снарядами, но они уже стреляны, естественно. И теперь к самому интересному. Что же находится посередине, вот здесь? Этого я не могу сказать, я могу только показать. Какой-то нереальный реактор, что ли? Огромный реактор. Просто жесть. Ой. К сожалению, там очень темно. Там темные стены, поглощающие свет. И я полностью не могу показать, что это. Подойдем поближе. Просто посмотри сейчас вниз. Вниз, а вниз.
Ух, ни хрена себе! Ни хрена себе! Ни хрена себе! Жесть, это просто охренеть! Это как шахта метро. Что находится внутри этого как бы реактора? Я просто не знаю, как его еще назвать. Там тоже лестницы. Сейчас, подожди. Тут тоже можно, кстати, спуститься в самый низ, в этот реактор. И я, пожалуй, этим займусь попозже. Так, вот лестница вниз, ей тоже надо будет воспользоваться. Здесь какое-то подсобное помещение, наверное, сидел механик или несколько механиков, или какой-то иной обслуживающий персонал. Блин, но все-таки вот эти тюбинги бетонные меня порадовали. Так. Так, сейчас я поменяю на этот. Я не знаю, где я нахожусь, что это за установка под землей, но это нечто невообразимое. Огромная шахта диаметром приблизительно 9 метров. И тюбинги здесь, как в метро. Вот по этим лестницам мы спускались. И вот там вот вдалеке видно самую крышу, которая накрывает всю эту установку. Вся эта установка – это, по сути, какая-то гигантская бочка, которая находится в каком-то полуподвешенном состоянии. И что в этой бочке непонятно, она вроде как пустая. Я собираюсь в эту бочку внутрь залезть и посмотреть на нее изнутри. Здесь также имеется какое-то небольшое помещение, наверное, какое-то техническое, но оно маленькое, пустое, и делать здесь нечего. Так, я не успокоюсь, пока не залезу в этот огромный, я не знаю, как его назвать, я буду называть его реактор. Я хотеть внутрь. Очень сильно хотеть. Ты хочешь там остаться внутри? Нет, я хочу залезть внутрь на самое вот это вот днище. Там есть лестница. Внутрь бочки этой. Да. Все, короче, погнали. Молчи. А сейчас я полезу на дно этого так называемого реактора и узнаю, что же там такое. Думаешь, это реактор? Я не знаю, я просто сам про себя называю его реактор, потому что он на реактор похож, не знаю. Все, я полез, в общем. Как я уже говорил, я залезу на дно этой бочки, и я залез. Значит, здесь все в ржавчине, прям хлопьями ржавчина лежит. Вот эта лесенка, по которой я лез. Посередине находится какая-то миниатюрная такая шахта, и по ней вверх-вниз могла перемещаться какая-то там такая железная платформа. Не знаю, что это, какая-то шахта внутри бочки, внутри шахты. Не знаю. Не могу ничего толком сказать. Ну, в общем, вот так выглядит дно.
А теперь постепенно буду показывать каждый уровень, на котором я был. Погнали. Назовем этот уровень 0. Уровень номер 1. Здесь вот эту внутреннюю шахту видно получше. А так, по сути, здесь больше ничего нет. Какие-то непонятные вот эти вот лестницы. Вот раз, два, которые никуда абсолютно не ведут. Здесь пол с отверстиями. И лестница. По ней я сейчас поднимусь. Уровень 2. Так, вот здесь вот видно внутри этой шахты вот это вот. Оно перемещалось как на вот этом тросике, так и по вот этим пазам. Что это такое, я сказать не могу, не знаю. И вот оно, видимо, туда как-то опускалось и поднималось. Вот здесь конец всего этого, а вот и сам тросик идет куда-то наверх. Здесь еще какие-то отверстия. Но они никуда не ведут, они, грубо говоря, идут в молоко. Ни о чем. Так, где же лестница наверх? А, вот сзади меня. Итак, поднимаюсь на уровень 3. Уровень 3. Опять же тянется вот этот тросик, который опускает и поднимает вот эту вот штукенцию. Здесь внутри эта бочка имеет какое-то сужение, вот это вот. И, в принципе, больше здесь ничего нет. Блин, мне кажется, это место не было наполнено всякими приборами, а было вот пучок проводов, вот эта вот штука с тросиком, непонятная мини-мини шахта и вот этот вот какой-то шланг, видимо, откачивающий воду с самого дна. Уровень 3 совмещен с уровнем 4, но я все равно его сниму отдельно. Итак, четвертый уровень. Здесь, ну, как я и говорил, он совмещен с третьим. Тут уже почему-то два шланга. А вот он, оборванный вот здесь. Их и должно быть два. Вот пучок проводов тянется. Тот же самый тросик идет наверх. Видимо, там где-то вот, какие-то переходы, где-то есть электромотор, который всем этим делом управлял. Подъемом и спуском. Так. Вот видно ту самую мини-шахту. Опять же, не знаю, как ее назвать. И вот лестница на крышу этого псевдореактора. Блин, я не знаю, как его назвать. Мне неуютно, когда называю его реактором, хотя я в этом не уверен. Ладно, я отсюда вылезаю, и мы идем смотреть полигон дальше. Прямо за моей спиной, за вот этой вот синей ржавой стенкой, находится тот самый реактор, в котором мы были. Отсюда идут такие вот, как бы, ням-ням-ням, не знаю, как назвать их, проходы, ходы. И сейчас мы по одному из них пройдемся. Видимо, был когда-то большой кран. Вот там открывался этот, блин, я не знаю, как его назвать, цех, что ли. И сюда вот по мостовому крану доставлялось что-то. Не знаю, что. А так нас ждет вот эта вот батарея пушек, вот этот вот козловой кран. И еще меня интересует вот тот макет вертолета, который находится на другом мостовом кране. По-моему, это просто разобранный вертолет, это даже не макет. А по-моему, макет. Да и один хрен разобранный или макет. Потому что вертолет. Все равно я туда хочу. Фига тут высота такая нехилая, однако. А? Нехилая высота, говорю. Ну да. Прям жесть. Че, погнали вниз? В этом как раз. Итак, я нахожусь в кабине вертолета.
в его макете или просто в разобранном вертолете. Не знаю даже. Жалко, стекла мутные, не особо что-то видно. Видно соседний козловой кран, под ним пушку корабельную и все. Вот это внутренность вертолета. А так, в принципе, здесь все скрутили. Интересно, это штурвал? Или что это такое? У ёшки. Я надеюсь, я сейчас не катапультируюсь куда-нибудь. Ты что-то там двигаешь. С нашей стороны какая-то дичь происходит. То есть у вас что-то двигается, там а я... что-то двигается. Прикольно. Надеюсь, мы никуда сейчас не вылетим. С этой стороны слева. Я его трогаю. Тюнь-тюнь-тюнь. Сейчас такой взрыв нахрен. Здесь какие-то запчасти от старых-старых пушек. Вообще хрень какая-то непонятная. Пушки все ближе и ближе. Это двухстволка. Не макет шестистволку. Чего? Там кусок корабля огромный. А, это кусок корабля? Ни хрена себе. Итак, мы находимся в полностью боеготовной, собранной и готовой к действию пушки. Просто снаряды. Да. Уже заряжено. И готово стрелять. Да. Может, значит, готово бахать. Это жестко. Это очень жестко. Мне кажется, она многозарядная. Смотри, на каждую вот эту штуку по 6 снарядов. А здесь их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Короче, до хрена. Умножить на 6. И все это как-то заряжает вот этот вот механизм. Блин. Жестко. Куда я залез? Куда я залез? Ой, такой шикарный кадр сделал. Это зло. Я сам в ужасе. Ну что, вылезаем наверх, пойдем? А то, что наверх? Да. Так, это второй уровень этого орудия, а именно то, что находится прямо внутри башни. Куча кабелей. Здесь можно еще раз посмотреть на заряжающий механизм, который внутри находится. И дальше мне, к сожалению, не пройти, мешают вот эти вот
бобины, мне кажется, на них наматывался какой-то кабель. На остальные пушки, я думаю, мы не пойдем, слишком палевно, там рядом КПП. Что там внутри? С другой стороны тоже можно войти. Короче, сейчас мы пойдем вот в этот кусок корабля. Или макет корабля, я даже не знаю, как это назвать. Итак, мы внутри корабля. И самое удивительное, что это не макет корабля, а реально спиленная и принесенная сюда часть когда-то правда существующего корабля. То есть здесь видно, что когда-то здесь были его детали родные, двери, иллюминаторы, все такое, все родное. Здесь поставлен какой-то станок, токарный, фрезерный, без понятия. Всякие отсеки, люки. Родного от корабля сохранилось мало. Корпус и, может быть, пару каких-нибудь штук. Ну и, может быть, родное освещение здесь было когда-то. Также здесь имеется такая вот тоже дверка, которая ведет... Тоже хрен пойми куда. Так, сейчас попытаемся пропасть перешагнуть. Чик. Чик. А, здесь установлена такая вот шахта, цистерна. Опять же, это место меня запутывает. Сверху больше ничего и нет. Больше ничего нет? Ну и да, ладно. Как бы тупиковое помещение. Походу, это просто цистерна, здесь что-то было. Слушай, а может это от этого? От атомного ледокола? Кусок вот этого корабля, а вот это вот как бы, ну ты понял. А мне казалось, они немножко шире. Я так-то вообще не специалист, я сейчас просто гаражу какую-то херню. А, ну тогда без проблем. Тогда без проблем, ура, я в Чернобыле. Ну, в общем, я не знаю, что это такое, и оно находится в таком полуподвешенном состоянии. Оно держится только вот этими вот... Как бы это назвать? Балками. Без ничего. Все, я обратно в корабль. На самом верху этого, макета ничего нет. Абсолютно. Еще раз можно посмотреть на пушки с высоты, ну, с относительной высоты. И все, здесь пусто. Да. И надо слезать, а то я что-то потерялся. Последнее, что нами было обнаружено, это укрытие для техники. К сожалению, оно не интересно абсолютно. Просто два здоровых гаража и маленькое подсобное помещение. Ну, трансформаторное какое-то все. На этом я заканчиваю третью, последнюю часть. Все, конец. Теперь надо отсюда валить, потому что, я повторюсь, здесь все секретно. Все работает. Ну как все? Сами все видели. Пушки-то точно работают. Вот. Здесь свежая колючая проволока. Три периметра. Ну, вообще два, но местами три. Мы сейчас находимся за третьим периметром. И все, вот, надо как-то свалить, чтобы нас никто не поймал. Причем свалить так, чтобы не валить 3 часа через лес, как мы шли сюда, а как-то более культурно, чтобы сильно не устать, потому что мы выпили всю воду, у нас нет еды, а очень хочется и кушать, и пить. Надеюсь, вам понравилось. Пока. Сказать. Я могу только показать. Какой-то нереальный реактор, что ли?
огромный, огромный реактор. Просто жесть. Ой. К сожалению, там очень темно. Там темные стены, поглощающие свет. И я полностью не могу показать, что это. Подойдем поближе. Ух, ни хрена себе! Ни хрена себе! Ни хрена себе! Жесть, это просто охренеть! Это как шахта метро. Что находится внутри этого как бы реактора? Я просто не знаю, как его еще назвать. Там тоже лестницы. Сейчас, подожди. Тут тоже можно, кстати, спуститься в самый низ, в этот реактор. И я, пожалуй, этим займусь попозже. Вот лестница вниз, ей тоже надо будет воспользоваться. Здесь какое-то подсобное помещение, наверное, сидел механик или несколько механиков, или какой-то иной обслуживатель. Блин, а как вращать весь этот агрегат? Скорость наведения, как в космической станции, таким воздухом типа управляешь. А вообще тут как бы должны сидеть два человека, и здесь довольно-таки тесно и неудобно, а плюс есть еще какая бомбежка, тут вообще вот так вот все трясет, и от этого вообще не радостно. В общем, тут я вроде все показал. Пойдем дальше осматривать пушки. Итак, спустя где-то полчаса хождений по лесу, мы нашли неизвестно что, и это очень интересно выглядит. Пойдем глянем. Здесь у нас ящик со снарядами, но они уже стреляны, естественно. И теперь к самому интересному. Что же находится посередине, вот здесь? Этого я не могу... Третья часть. Мы все еще на полигоне, но наконец-то уже достигли нашей цели. Это пушки. Сейчас я нахожусь в башне одной из таких пушек. Вот там вот аппаратура, которая всей этой башней управляет. Вот еще одна такая башенка. И отсюда, видимо, шел огонь такой. И кому-то было от этого не очень приятно. Ух, ёшкин кот. Сколько здесь гильз. И там тоже. Как дрова лежат. Крутота. Правда, все зачехлено. И могу сказать еще кое-что. Мы шли не сюда. То есть это только, грубо говоря, предбанник
Самое интересное нас ждет впереди. Так что не будем особо раньше времени расстраиваться. А пойдем к цели. Жесть, просто река из гильз. Целая река гильз. Когда здесь стреляли, видимо, было очень громко и весело. Я залез вовнутрь. Отсюда шло управление огнем, наверное, или башней. А вот окуляры. Борт левый, правый и так далее. Всякие рычажки. Кнопки. Ну-ка, надо что-нибудь понажимать. Ну-ка. Вообще персонал. Блин, но все-таки вот эти тюбинги бетонные меня порадовали. Я не знаю, где я нахожусь, что это за установка под землей, но это нечто невообразимое. Огромная шахта диаметром приблизительно 9 метров. И тюбинги здесь, как в метро. Вот по этим лестницам мы спускались. И вот там вот вдалеке видно самую крышу, которая накрывает всю эту установку. Вся эта установка – это, по сути, какая-то гигантская бочка, которая находится в каком-то полуподвешенном состоянии. И что в этой бочке непонятно, она вроде как пустая. Я собираюсь в эту бочку внутрь залезть и посмотреть на нее изнутри.